Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Сейчас у нас мощный мотор на 200 ватт, вот он. Работа на компенсации 6 ионисторов. Подключен от этой системы, от блока питания 12 вольт 60 ватт. Видите, как, видите, он постоянно увеличивает скорость вращения. Постоянно увеличивает скорость вращения. И доходит до максимальной через пару минут. Применяется маховик в виде колеса для электросамоката. То есть маховик, дальше мотор, постоянные магниты 200 ватт, 12 вольт. 6 ионисторов и блок питания. Такая схема. Позже я покажу на рисунке. Мало того, что идет движение на полной скорости мотора, то есть можно ездить бесплатно, еще идет, ребят, зарядка ионисторов. То есть ионисторы можно заряжать еще дополнительно. А скорость, как вы видите, постоянно увеличивается. Уже начинается гул. Это расход нулевой. Расход нулевой. Что мы применяем? Реле Амрон. Один из двух. То есть работает. 3 секунды работает на самозапите, 1 секунда только подается питание. Поэтому расход нулевой, как вы видели. А скорость, ребята, все время увеличивается. Видите, скорость все больше и больше. То есть можно ездить. И большая сила. То есть максимальная скорость и большая сила. И заряжается еще 6 ионисторов. Дрожит стол, ребят, дрожит, то есть скорость, слышите, стол дрожит, а расход нулевой. А сейчас я вам покажу, схему этой системы. Пока выключили, чтобы не разнесло мне. Она пока, видите, выключена, розетка. Она еще может пару минут работать, видите, на ионисторах. То есть КПД может быть до 1000. Она продолжает вращаться. А сейчас покажу схему. Это устройство. Итак, схема. Реле Амрон 1 к 2. Зарядное устройство 12 вольт 60 ватт. 6 ионисторов для компенсации. Мотор магнитный. И колесо от электросамоката. То есть вечный двигатель плюс зарядка ионисторов. Вы знаете, что здесь... Выбрана, ребята, система на реле, ионисторы загружаются в течение секунды и 3 секунды работают на самозапите. А ток в это время отходит назад в сеть. То есть расхода тока нет. Это вечный двигатель для применения в электросамокатах.
или в электроавтомобилях. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального богатырского здоровья.